Всем привет! Осень вообще холодно уже. Анекдот. Короче, представьте, там 16-17 век, Шотландия, и на рыночную площадь такой глашатый, вот знаете, вот, который там читали. Там, «Внимание, все собирайтесь! У меня две плохие новости от нашего лорда!» Все собираются, блин, да что такое? Все собираются, он говорит, «Внимание, две плохие новости от нашего лорда!» Все, «Ну, давай!» Он говорит, «Первая плохая новость!» Все, «Ну, лорд вновь вводит право первой брачной ночи». Все такие, как первой брачной ночи? Он же гей, все, да, он же педик, да он же голубой. Глашатый такой, а вот это, мужики, вторая плохая новость. Напишите парочку анекдотов про, извините, геев. Геи, пожалуйста, без обид, ничего здесь такого нет. Лорды, видите, напишите, пожалуйста. Да, поржем вместе. И вообще подпишитесь. И вообще напишите, как у вас проходит начало зимы, конец осени. Спасибо. Анекдот от баклажана, ба-ба-ба. Анекдот от баклажана, вау-вау-вау. Анекдот от баклажана, е. Спасибо вам огромное, Вячеслав Мясников, сегодня и всегда. Спасибо за все, за чувство юмора и удивительную улыбку. Классный канал.